До 23 февраля можно подать заявку на участие во всероссийской смене «Киберлагерь российского движения школьников». Она пройдет в детском центре «Смена» на берегу Черного моря. Претендовать на путевку могут дети от 11 до 17 лет, которые участвуют в проектах РДШ, различных олимпиадах, а также являются начинающими киберспортсменами. Для участия зарегистрируйся на сайте rdsha.rf. Заполни документы. К заявке необходимо прикрепить анкету, портфолио и решенные задания. Итоги конкурса подведут до 1 марта. Подробнее о правилах участия можно узнать на сайте организаторов по ссылке в описании. На смене «Киберлагерь РДШ» ребятам дадут возможность познакомиться с широким спектром профессионального роста в сфере киберспорта, IT-технологий и программирования.